В минувшую субботу в детско-юношеском центре «Кадетское братство» прошел муниципальный этап краевого соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди допризывной молодежи. Стрельбы прошли в рамках проведения месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы в Краснодарском крае. Соревнований считаю открытым. Основа любого патриотического мероприятия – создание определенной атмосферы, пробуждающей в умах и сердцах подростков любовь к родине, уважение к славному подвигу воинов-соотечественников и готовность встать на защиту своей страны. Соревнования по стрельбе были приурочены к дате освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. 500 дней продолжалась эпопея осады Ленинграда. 642 тысячи погибло. Можете представить, вот в нашем районе 150 тысяч живет. Потом ночью еще 4 района, представьте, 4 района пустых. 4 района погибло за 900 дней. Стрельба – это один из самых основных элементов военной подготовки. Ей уделяется большое внимание и при подготовке до призывников. Каждый, кто хоть раз стрелял из пневматики и попадал в цель, с гордостью хранит мишень с отметками. Чтобы могли приехать, показать своим педагогам, родным своим, что вот мы заработали. Потому что вы будущие воины. В соревнованиях приняли участие старшеклассники из 13 школ города и района. Общий охват – 65 человек. В этом году лучшими стрелками признана команда 5-й школы. На 8 очков отстала команда 29-й школы. На третьем месте – допризывники 16-й школы. Стоит отметить, что команда из 4-й школы города, в составе которой были девушки, хоть и выступала вне конкурса, но показала 4-й результат. Лучшие из лучших стрелков района будут представлять наш муниципалитет на зональных соревнованиях. В районную сборную войдут 10 человек, показавших на стрельбах результат от 43 до 46 очков. Мария Горошкова, Игорь Ванчугов, программа «События».